Япония планирует отправить в космос очаровательных тюленей-роботов по имени Паро. Такую разработку предложили местные инженеры с целью помочь астронавтам справиться со стрессом. Сообщается, что так называемые дружелюбные машины управляются искусственным интеллектом. Они оснащены 2 32-битными процессорами, 3 микрофонами и 12 тактильными датчиками. Перед отправкой в космос их эффективность проверили во время взаимодействия с пожилыми людьми и детьми с аутизмом, а также на группе готовящихся к отправке в космос астронавтов. Разработчики считают, что робот Паро идеально подходит для напряженной космической миссии. Готовящееся путешествие на Марс продлится 6 месяцев, а работа на планете займет 2 года. В этих условиях 4 человека из экипажа будут изолированы от взаимодействия с внешним миром.